Министерство здравоохранения и социальной политики Чувашской республики преподнесло новогодний подарок районным и городским больницам. 20 УАЗов и 7 «Газелей» поступили в республику по программе модернизации здравоохранения. Это самая большая партия автомобилей за 2012 год. Вручение ключей от новеньких скорых провели в торжественной обстановке. Машины оснащены всем необходимым оборудованием для оказания неотложной медицинской помощи. Такой подарок всегда кстати. 0,3 в праздничные дни набирают почти в 2 раза чаще, чем обычно. В основном все данные машины предназначены для оказания неотложной медицинской помощи. Тем самым мы думаем, что уже в новогодние праздники наши лечебные учреждения получат возможность оказывать медицинскую помощь на новом автотранспорте. Очень понравилась машина водителю из Порецкого. В центральной районной больнице последний раз автопарк обновлялся 7 лет назад. Первая ласточка пришла. У нас район лесной, снежный. Нам УАЗ нужен только. Газель к нам не идет, она большая. Лучше нам, конечно, УАЗик. Самый хороший подарок к Новому году. В ноябре в перинатальных центрах и межрайонных акушерских стационарах уже появились 8 реанимобилей. Еще 7 «Газелей» и 6 УАЗов ждут в республике в ближайшее время. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика.